Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Xeona, и сейчас я покажу вам, как подключить данные часы к iPhone. Итак, для этого мы открываем приложение Xwear. Далее нажимаем на значок часов в правом верхнем углу и нажимаем «Добавить новое устройство». И нажмем «Добавить его вручную». Вот у нас находятся наши часы, нажимаем «Подключить». Нажимаем «Создать пару». И таким образом мы подключили часы к iPhone. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.